дорогая, каково проснуться 35-летней? У содержанок почти как у собак. Год за два. Тебе, считай, 70. Если не начать самореализовываться сейчас, то уже никогда. Бывшая стриптизерша, без опыта работы в одежде, хочет управлять бизнесом. Да какое нафиг кино? Это я про мою. Поздравляю. Серьезно? Сказали, что придет какая-то шмара. Можно просто без ша. Мара. Я знаю, как сделать это место просто обалденно. Быть будете или как? Запускай. Мы объединим стриптиз и автомойку. Это гениально! Это лучшая мойка. Нас ограбили. Нам нужно найти деньги. Раз, два, три! Это наша идея. Мы в этом деле лучшие. Как дела на моей мойке? На твоей мойке? Алименты пожизненные, как больно!